Вы смотрите прямую трансляцию адского десанта. Жители суперземли, спите спокойно, пока мы стоим на страже человечества. Так, поехали. Да ты еще не достиг 20-х рангов, да? Да, но на пути. На пути к совершенству. Поступают припасы. Ждите, снаряжение в пути. Ты еще не улучшил прыжковый, да? Поступают припасы. Улучшил. Или прыжки? У тебя уже максимально? Нет, у меня еще одного очка не хватает. Поступают припасы. Еще одно очко и будет максимальный. Ну мы, конечно, зря тратим одну способность. Потому что у меня два выпадает ранца. Ну ничего. У меня должен быть свой личный персональный подписанный. Ой. Да ладно. Так, врагов вообще в округе даже нет. Пустыни, а не, есть. Красот. Возле бура. Красивых. Хорошо. Снаряжение в пути. Глаза. Что может быть лучше, чем остаться без воды на пустынной планете? Тут где-то дерьмецо. Что взять? Подойди ко мне. Да, иду. Вот, все забрал. Так, пошли бурить. Пошли. Снизу. Нет! Блин. Бросаю гранату! Это мы протупили. Не мы, а вы, маршал. Бросаю гранату! Нет, я через стенку не мог. Я через стенку не мог стрелять. Я даже при всей, даже со всеми нашими технологиями не мог. Виноваты мы. Не надо с себя снимать ответственности. Ты всегда мог перепрыгнуть через эту стенку. И прям к противнику, да? Отлично. Ты всегда мог мне крикнуть: «Маршал, нет!» Что вы делаете? Вот типа такого. Нет, зонд дебильный! За стенку зашел. Убил. Я ничего не мог поделать. Надо еще набирать там код. Да, иду. Блин, у меня не готово. Да что ж такое-то? Откуда у вас столько берется? Успел вызвать. Ну сейчас будет еще у нас. Так, я нажму. Или ты нажмешь? Да нажал уже. А что ты телепортнулся? Я не телепортировался. А, ну меня показалось, что тебя... Я спокойно успел. Бегаю. Ждите. Помогай, отойди пути. Чуть-чуть левее. Да сейчас. Блин, нет! Отошли в сторону! Перезарядка! Я думаю, мы не успеем. Да, скорее защитить, всего. Я думаю, это будет. А блин, у меня перегрев за перегревом, я не успеваю контролировать. Понял. Так, я между заборами, ну отлично. Путь загорожен. А блин, как это путь загорожен? Нет, осталось чуть-чуть. Да я знаю, что осталось чуть-чуть. В небеса! Свобода! О, блин! Лучше, так, лучше вот сделай, да? сделай эту задачу, Да я бросил уже, да? Да, да. Бросил. Сделай задачу. Отлично, делаю задачу. Все, отлично. Есть. Мы выполнили, несмотря на всю сложность и всю боль. Побежали. Было несложно, на самом деле. Ага, да, нет, там дерьмо. Чё? Понятно. За дерьмом. За дерьмо и двор стреляю в упор. Добей его. Обязательно. Вот оно. Вот оно ж. И ещё здесь. Снаряжение в пути. О, патроны, кстати, пригодятся. Да. Бой. А, стоп, в угол. В небеса. Назад. Одну сторону. Так тихо сразу стало. Да, спокойно. Вдвоем легче. Ну никогда нападение идет. Так, убей. Есть, убил. Бой.
боевую зону мне? Отправляется адский десантник. Ага. О, нет, было хорошо, все. Все так было. Давай миссию. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха, все было очень хорошо. Эй, блин. Я успел. Я активирую. А, ты активировал уже, да? Да, активировал, нормально. Так, если что, пулеметик сбросил? Нет. Поступают приказы. Ну, поехали. Я успел уничтожить. Нет! Блин, и меня пришибли. Да ё-моё! А ты что, прикалываешься? Ну там, короче, миссию мы точно просрали уже. Не согласен. Запрос подтвержден. Ну да. Отлично, мы воюем. В ха-ха-ха все сделал. Это он виноват. Да блин, отлично, я приземлился. Спасибо. Ну что ж так. Ну, дерьмо там было. Я как-то не до него сейчас. Вон еще одно. Ну, это ладно, так уж и мы заберем. Спасибо. Я полетел туда. По-пластунски. Ладно. Он пошел достать. Запрос принят. О, это жесть. Орудие перегревается. Да, миссия жесткая. Так, обойдем и пошли вниз. Там дерьмо было. Да, пошли вниз. Да блин, тут дерьмо было. Снаряжение в пути. Возьми его. Все, пошли вниз. Да, вот, дерьмо заберем в ухалку. Дробовик сильнее снайперский. Снайперский дробовик? Что? Дробовик против снайперки. А, против снайперки, ну, конечно. Дробовик. Так, ну чё? Так. То дерьмо, думаю, потом заберем. Давай миссию выполним. Давай. Слишком далеко, ближе надо. О, патроны. Снаряжение в пути. О, ты отлично стрельнул. Где-то еще снаряды. Они везде. Вот они. Мерзкий пришелец. Не, нужно прямо сложить же, что же не делать. А! Не обязательно. А. Блин, блин. Я не успел. Не, видишь, работает. Все, пошли флаг поднимем. Граната! Да, самое время. Прыгаю! Блин! А, нет, только не в пропасть. В боевую зону отправляется адский десантник. Хоть у вас первый раунд. Ай-яй! Пробегай! Вот это было близко. Флагу. В небеса! Прыгаю! А, блин, какая перезарядка! А, перезарядка! Как не вовремя! Получай! Блин! Поступают припасы! Свободу всем! Заряжай! Сбрасываю снаряжение! А стреляют же, блин, дебилы. Конечно. Но то они и дебилы. А! Кто основной? Пулемет, конечно, пулемет. Всех убью, один останусь. Что-то их как-то очень много. Ну, их всегда много бывает. Нет, понятно. У тебя там стреляют, ты не видишь, да? Да я вижу. Снайпер против... Пулемет против... А, блин! Я потерял контроль. Сновидение со всех сторон. Запрос подтвержден. Это его прыжковый, вот если берет его. Прыгаю! Так, я по карте смотрю, что у нас. О, у нас со всех сторон. Да, просто жопа со всех сторон. Надо бы выжить.
За свободу! Все, цель выполнена. Так, идем дальше. Мне кажется, тут там как-то за дерьмом не особо надо гнаться. Пошли. Снаряжение в пути. Миссию бы выполнить. Смотри, можем взять. Можем взять, можем не взять. Оружие постоянно перегревается. Уходим. А надо уметь остановиться, сдержать себя. Да, так, я сюда. Вижу огонь на поражение. А пока вот бою. Нравится вкус свободы! Образец. Отлично. Все, пошли туда тогда, где атомку сбрасывать верхнюю. Регион там. Пошли, вот, пошли. Там соберем все дерьмо. Так, код Баюн, да? Ну о, да, у него нас, такой ник. Он нас понимает. Ну должен, по крайней мере. Код Баюн, привет. Ты нас слышишь? Наверное, слышит же. Так, ну пошлите. Там уже дерьма, правда, много надо собирать, ну ладно. Вот Баюн, ха-ха-ха, отличная команда. Команда по спасению мира. Да. Вот это нормальные ребята. Прыгаю. Не то, что всякие картошечки. Да. Тронуют постоянно и прыгают в обрывы. Да-да-да, под огонь забегают. Было вообще шикарно. Ты же записывал, да, когда обрыва улетел? Это просто лучшее будет. Лучший момент нашей кампании против этих долбанных пришельцев. Ну, получается, так, мы накачались. Да. Так, идем вырубать эти передатчики. Маяки. Да. Где второй? Ниже. Второй чуть ниже, да? Я бросаю атомку. Защитное снаряжение на подходе. Снаряжение в пути. Ууу! Побежали огонь отсюда. На поражение. Все? Ой, кто-то кинул. Бегом, 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 бегом! Самый последний момент, как в американских фильмах. Так, мы можем уходить, кстати. Пошлите, соберем дерьмо немножко отправо. Да, да, дерьмо сейчас бросим. И подожди, я сейчас еще одноразовый пулемет. После того, как появился сбрасываю одноразовый снаряжение. Вот этот пулемет, нет смысла в первом пулемете. Ну, серьезно, у него и снарядов больше, он и способней. Да? Ну, пошли вверх. Да там одно, давай заберем по центру там парочку. Хорошо. Почти жопу тебя подпалили. Я вовремя лег. Не зря я играл в Твистер и вот эту, как ее, на вечеринках, когда палку надо пригинаться. Проползать. Не знаю, как называется. Ну, прикольная штука. Так, обойдем. Там минное поле. Бегом! Путь загорожен. Забирай. Так. Ну, где-то вот тут рядом, с ракетой рядом. Да. Которую мы отлично запороли. Но в прошлый раз мы ее запустили. И один чуть-чуть ниже левей. Да. Ты пометил, да? Да. Как собака, понял? Ногу поднял и пометил. Да, это вся твоя территория, Чейз. Конечно. Вот он. Забрал? Сейчас заберу. Все, в принципе, можно уходить. Да, все, на эвакуацию. Ой, 5 кучек будет нам сниться в кошмарах. Эх. Я не знаю, я не смогу, наверное, надо на следующей неделе точно сходить к психологу. В небеса! Как это ну, так? Придется пару дней не спать. Да. В небеса! Так, я вызываю. Та, кто перехватил? Ну! Подзащитная стратагема на подходе. Время до подхода шаттла 1 минута 30 секунд. Сбрасываю снаряжение. Давайте готовимся к обороне. Ждите. Снаряжение в пути.
Снайперы, молодцы. Подкрепление врагов. О, отлично. Так, все, они там с роботами. С унитаз. Давно не было унитаза. Отправляю вооружение. Хорошо, откинул. Осталась одна минута. Где там враги? Ага, понял, снизу. Все, снизу тоже есть, да. Свобода с доставкой! Периодически постреливать будем. Где-то сбоку, слева. Честь. Вижу, вижу. Уже нет. Их больше нет в живых. Сверху. Веду огонь на поражение. Снизу. Держитесь. Осталось 30 секунд. А, нет! Я последнюю секунду заметил его. Перезарядка! Атакую заданный район. Осталось 15 секунд. Да, немало их тут. Илонку бы сейчас как раз пошла, да? Осталось, о, давай. 10 секунд. Куда? На, бросай секунд. Вниз, вниз, вниз. Туда, куда я стреляю, вот, вот туда. Жду огонь вооружения. Да, ну там никого нет, кажется. Отлично, по мне. Уходим. Самое время убираться отсюда. Я прикрываю всех. Давай, выходи. Шаттл улетает, осталось 10 секунд. Ты выгрузился такой с робота. Угу. Ну сразу, чтобы с унитаза эвакуироваться. Ну да. Хотя у них должна быть катапульта. Внутри. Ну по идее, да. По-моему, меня выбросило. Не. Нет? А, нет, да. Выбросило, да. Сначала ты был тут, а потом типа такой, а, ну ладно, выкинусь. С окна. Так, ну сейчас теперь у меня рюкзак будет пусковой тоже. Ну, этот, джетпак максимальный. Ага, я тогда могу что-то другое взять. День один. Да ты до этого мог что-то другое брать, я все равно своим пользовался. Не, в смысле, я же тоже пользовался. А, момент. Ну да. А, ну в принципе, да, теперь от меня будет второй. Правосудие. Ну что, 10 мне сразу два вызывает, да? Да. Все, можно присоединяться. Да, да, да. Да, содержит два, лифт 850. Беру. Так. Финальная миссия. Ну и все, мне больше нечего качать. Дрона, медика или ты не взял? У меня его нет. А что за эту планету дается? Нам дается Тесла башня. Тесла башня, взялась. Блин, мою именную капсулу заняли. Я вам это припомню, бойцы. Так. Ну давайте начнем отсюда. Ну, я думаю, ничего менять и не надо. Не, нормально. Для этой планеты нормальный билд у нас. Хотя, конечно, отвлекашки по... Блин, точно, у тебя же улучшенная. Гая взялся. А, ну, будет тир-4 на всю команду. Я твою заберу сейчас. Ты сбрасываешь, да? Да. А свою потом, если что. А вот на червяка как раз будет классно прыжковые ранцы, то что надо. На какого червяка? Ну, которого мы будем уничтожать, босса. Босса жуков? Угу. Ну, а то у... еще далеко. Плохо, что, конечно, огнеметную. Нужно было бы огнеметные бомбы взять тебе. Кстати, я же не прокачивал точно. Я трачу впустую эти научные очки. Нужно их хранить и... О, как раз справа было одно. Нет, только я... Кот Баюн. Так, я вызову. Запрос понятен. А тогда я ранцы вызову пока. Давай. Все, полетели ранцы, ты потом вызовешь. Снаряжение в пути. Сбрасываю снаряжение. Там справа дерьмо есть, кстати. Сбрасываю снаряжение. Сбрасываю снаряжение. Справа дерьмо. Угу, хорошо, бери. Возьму его. Бери ранец.
Где он? Потом возьмешь. Вон. Все. Теперь пошли за дерьмом. И с другой стороны, кстати. Да, прям. Я видел. Прям с двух сторон. И то пойдем заберем сразу. А, ну, таких тут много. Может, давайте тогда круг сделаем. Да-да-да. Как раз пробежечка, разминочка. Для того, разминочная для бегать. Нашего фельдмаршала, который постоянно медленно бегает. Ну, это размять надо же. Да я постоянно уставший, понимаешь, бегаю постоянно кругами. Все. Да-да-да. Да я серьезно, Чейз. Ну что ты? Мало ли, может быть, ты приседал, а не бегал. Откуда мы знаем? Сложно же подглядывать за фельдмаршалом. Я ножку поднял и... Ну, не навонял, но... Ну, можно было и навонять. А что там валяется, не могу понять. Где? Это неразорванные снаряды обезвредить там надо, да. Ясно. А чего они хотят? Все, что-то... Я не знаю, я метку там поставил. Стой! Вперед! Ой, вперед! Я впереди, ура! Пошел, победа. Пошел. Так. Цель найдена. Мы какая? Нашли какую-то цель. Не знаю. Так. Пошлите, пройдемся слева и возьмем этот энергоядро. Как раз и говна по пути наберем. Он постоянно целится мне в жопу. Это ни к чему. Кот Баюн, ты что задумал? Что-то он на тебя хочет. Может быть, проникнуть через черную пещеру? Не надо. Ждите, не надо трогать. Святых. Как Далай-Лама, фактически. Да. Только с пулеметом. Если бы Далай-Лама был с пулеметом, он был такой, как... Так, погнали. Вперед, бойцы. Бегом. Какая у нас организованная неорганизованность. Вперед. Все кричат вперед, и никто вперед особо не идет. Прыгаю. Блин. Вот так всегда. Друг друга. Ну, меня прибило. А, давайте с краю пройдем. Да, я тоже так думаю, там поменьше пошел, врагов. Прыгаю в небеса. Эх, как я скучаю по мотоциклу. А я нет. Знаешь, как-то я не особо. Мне и без них хорошо. Мир был бы более добрым, не будь в нем мотоциклов. Ну, ё-моё, серьезно, а? Успели. О, я пошел. Давайте бросайте. Давай быстрее. Все, я перепрыгнул. Пошли сюда, здесь еще скоро. Вперед, в небеса. Кто первее добежит, я добежал. Я допрыгнул. Так, погнали энергоядро забирать. А куда его там тащить надо будет? Его же далеко тащить надо, да? Да, почти через всю карту. Ну ничего, думаю, разберемся. А он еще рюкзачок. А че оно, кстати, не показало, где рюкзачок находится? Какой рюкзачок? Чемоданчик. Вниз. Бери ядро. Идем сейчас к атомкам взрывать. Заодно. Перезарядка. Атомкам? Вам лишь бы взрывать. Ну, к этим. К столбам. Я понял. Вам лишь бы взрывать, товарищ атомный. Конечно. Термоядерным огнем. Блин, вот бы бесплатно отдали всю серию 8 бит. Ты бы, если бы бесплатно отдали, прошел бы ее? Да. Копи. На халяву и мед слаще, да. Как говорится. Ага. А там что, еще где-то есть кооператив? Просто не в курсе. Да, там же в каждой есть кооператив. И в вордах, и в этих... инвейдерах. Да. Угу. Перезарядка. Скидывайте вашу... Второй сбить. А, ну щит. Да, точно. Там же два щита. Сбивайте щит, я пока закажу. Блин, вот это очень вовремя он там появился. Огонь противника! А ты бомбу взял? Ой, тогда бежим, ё-моё. Ха-ха-ха, тебе сейчас будет не смешно, если умрёшь. Ха, нет, он посмеялся. Он так, смеялся всё, в лицо смерти. А вы чё, прикалываетесь? Тебя убило? Какой-то дурак кинул гранату в меня. Вызову? Или мне показалось? Запрос подтвержден. Меня что-то убило. Знаю, посмотришь на повторе. Ну это я потом посмотрю, да, в наших военных записях. И скажешь, кого убивать. Я найду его, Чейз, я найду этого убийцу. Обязательно. Кто я кроме вас? Твоей... Кто как не вы. Все, вперед. Все, погнали. Снова снайпер против пулемета. Очевидное
поражение снайпера. А-а-а! У меня управление сменили. А блин, ребята, кто-то будет его убивать? Нет, а то я с пистолетом как дурак тут бегаю. Убей его с пистолетом, я не. Да я убиваю, он мне не пол. Блин, не получается. Сейчас я его убью. У меня нет патронов. Все. Кот Баюн не может перепрыгнуть. Щебак. Кот Баюн. Блин, у меня патроны, я бы тебя пострелил. Он еще не кот, он котик. А, так. Надо было уточнить, котенок. Что котик Баюн. Котенок Баюн. Еще, никаких, так сказать, шерстью не оброс. Ну, может быть, будет кто-то стрелять? Нет? Ну ладно, хорошо, давайте подождем подкрепление, окей. Так же ж веселей. Конечно. Положил, а, положил на энергоядро, кинул пару гранат, взял его и дальше побежал. Я умею. Так, убиваю. Ребята, что, мне надо все делать самому, а как всегда, да? Все, пошли. Будешь что-то сделать, так, делай это сам. Жалко, летать с ним нельзя. Ой, блин, куда? Рядом со зданием дерьмо, я пометил. Нет. Жалко, нельзя летать. Я бы себе на плечи свалил бы это энергоядро и полетел бы. Так, почти принесли. Да, вызываю пулемет. Ух, ё, прям перед лицом пролетело. Сбрасываю снаряжение. Так. Ага, у нас снаряды. А, еще. Где-то рядом дерьмо, я пометил. Эй! Вы дали мне пулемет? Где мой пулемет? Я не знаю, его забрал, ха-ха-ха. Ха-ха-ха забрал, отлично. Ха-ха-ха, надеюсь, тебе весело. А он сейчас еще ха-ха-ха, я не буду пользоваться. Так, а где? Сюда, где-то. Короче, пошли за ящиком. Нет, сюда, 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 сюда. А что там? Дерьмо. А, ну это надо забрать, да. Помоги, ха-ха-ха. Да блин, реверс. Да блин, опять. Так. Их, кстати, можно сбивать, эти шарики. Да я знаю. Вот финальный иногда... босс просвещенных валит вот кучей вот этих шариков. Реверсирующих. Да. Неприятно. Так, погнали. Мины потом заберем. Ну, можно и без этой напал бить, но с напалмом легче будет. Да, любого можно убить без ничего. Просто взял палкой и начал стукать по нему. Он когда-нибудь дом умрет. Да, да, в рукопашку. Ну да. Миноискатель, кстати, здесь будет. Ну да, там, и, там не разорвавшиеся снаряды есть. Но мы туда потом пойдем. Ага, о, решил потаскать деньги, ну посмотрим. Ха-ха-ха. Будут ли все купюры на месте? А, я нет, понял. Нет, он передумал. Я понял тебя. А, у меня патронов нет. Тогда надо сделать... Давай я возьму. Тогда я скину сейчас патроны. Снаряжение в пути. Все, пошли. Пошли, пошли, пошли. Там впереди, кстати, по дороге как раз дерьмецом. Ух, опасно было. Вперед, бойцы! Ага. Я как настоящий генерал с автоматом. Вот с пистолетом. С пистолетом. С автоматом пистолет, который маскируется пистолет. Ой, кот Баюн там где-то остался. Ну и удачи ему там. Пошли. Вот оно. Пошли, пошли, пошли быстрее. Да, я прикрываю. Да, вы прикроете. Мое дело бежать. Вот именно. Деньгами. Приятно все-таки, действительно. Кейс. Такой тяжесть если прям бы мне, приятная. Да, если бы мне давали чемодан за каждую мою пробежку, я бы бегал бы каждый день. Спасибо. Пожалуйста. Пристрелили разок. Я решил проверить вас на уворотливость. Проверка пройдена. Разряжаюсь. Где мои гранаты? Я ж жму кнопку, алло. О, уходим. Да-да, тут надо бы уйти. Так, а где у нас еще есть? А! Чуть не располовинило. Сбрасываю снаряжение. Так, нам надо идти снаряды. Погнали. Блин. Погнали.
Вперед! Куда мы пошли? Ну, снаряды разминировать. Нет? Я имею в виду, что как-то стояли, а потом. Я раз, не знаю, и... просто они. Странно себя ведут эти наши товарищи. Кот Баюн снова за забором. Огонь. Бедный противника. Кот Баюн. Пока, ха-ха-ха. Ты был неплохим бойцом. О, твой пулемет. Поступают припасы. Это достаточно универсальный способ отобрать оружие. Это не то. Вот мой пулемет. И дайте мне мой лифт. За свободу! Чейз, отходи, прикрою. Нормально, я в порядке. Вот сзади бы уже прикрыли. Сзади веселее. Все. Ха-ха-ха, забрал пулемет. Прыгаю. Успел вызвать. Кто с миноискателем будет? Да, тут, мне кажется, надо сначала отбиться, а потом мины искать, нет? Надо вначале мины искать, а потом отбиваться. Ё-моё, реверсированный опять! Поступают припасы. Ставлю защитное сооружение. Кот Байон, отходи. Так, я понял, самое время кое-что вызвать. Да, точно. Поехала. Веду огонь на поражение. Атакую заданный район. Нет! Да блин, я ж нажимал прыгать. Не успел. О, они в его время появились. Они появились после того. Ну нам же надо вверх по-любому. Ну да. Запрос принят. Еще. Больше пушечного мяса. Нет. Ой, чуть не прибило. Чуть не посмеялся надо мной. Да сюда, сюда, ребят. Дайте, я возьму этот. Дайте мне. А, блин, какой реверсированное, задолбало. Да ёб, не туда. Все, я пошел искать мины. Давай. Вот реверсированная хрень задолбала. Нашел одну. И где? Где ты нашел? А, все, вижу. Кот Баюн, что ты делаешь? Мы должны под огнем искать мины. Разминировал. Я не могу никуда пройти, потому что кот Баюн стрял. О, реверсивное управление. Брось гранаты через забор. О, граната! Где ты еще? Отойди. Ну? Где ты здесь мина еще? Все нормально. Оп, есть, вижу. Нашел. Готово. Где-то еще? Давай, есть. Отличная команда работы получается. Да, только никто не вызовет ха-ха-ха, он там уже... Это он играет, наверное, он рофли с орбиты. Запрос точно рофли? Подтвержден. Прям на нем сел. Где-то прямо под... Да, он насрал. Есть. Так, обезвреживаю. Кто взорвался? Да блин, оно все ревер... Да блин, оно даже когда разминируешь бомба, оно реверсированное. А, до свидания. Цель достигнута, отлично. Ребята, большие проблемы. Так, вот теперь у котика становится очень сложный вопрос. Станет ли он котом или все останется котенком? Да, от котенка зависела судьба. Котенок мяу. Нет, только не на меня. О боже. Прорываемся, там надо забрать оборудование. Да какой... О, блин. Я вниз. Да, надо забрать, кстати. Давай обойдем. Обойдем. Я сброшу их. Давай. Кошмар. Запрос подтвержден. Давай, хочешь подраться, а ты со мной говно. Нет, нет, успел. Я помогаю. Это хорошо, я очень это ценю. Так, умер. Перегрелся. Я одиночными стреляю. Остылся. Нет, успел. Все, что там все забрались. Кот Баюн, где ты? Я не знаю, он мертвый. Запрос принят. Мне кажется, надо сюда очень быстро валить. Они бесконечно ломятся.
Пошли, пошли. Ждите. Так, снаряжение в пути. Так, а что осталось? Нам надо это ракету запустить. Ага. Оу. По мне хорошо, как удар. Побежал. Ходи быстрее. Бегу, 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 бегу. Все, вниз, погнали, вниз все. Уходим. Так где я-то, ё-моё, куда вы бежите? Ага, зачем нам круг делать? Ну мы уже побежали все туда. Мы были тупыми, Чейзер. Да я понял. Пошел. Нам вниз надо, четко вниз. Тупые солдафоны, что ты от нас хочешь? Подчинение. Говоришь подчинение. У нас топографический кретинизм. Последний стадий я вижу, да? Строг. Не будь с нами строг, Чейз. Да-да-да, давай в пропасть. Как тут новобранец. Последуй примеру. Кто умер? Он тебя зарубил. Адский десантник изгнан. Это трибунал. О, да, это трибунал. Расстрел на месте. Расстрел на месте за такое. Нормально, второго тоже покарали, перманентно. Запрос подтвержден. О, не, у нас будут сейчас проблемы. Да, есть такое. На этом мосту? Что мне придется в обрыв прыгнуть. Уходим, уходим. Да, я отошел. Куда нам там идти? Направо. К ракете, я вижу, и рядом дерьмо с ракеты. Кот Баюн успел идти? А блин, зачем что ты меня прибил? Я тебя, ой, извини, случайно. А где Кот Баюн? Он умер, вызывай. Вызывать? Сейчас соберу дерьмо. Хотя не, он живой еще, кажется, Кот Баюн. А не, не живой. Можешь, запрос, кстати, вызывать свой этот прыжковый ранец. Да-да, надо бы. Десантник. Хотя подожди, я ж вызывал вроде, нет? Я запускаю. Ой. Нет, вызывал я. А, ну да, точно. Сбрасываю снаряжение. Атакую заданный район. Убить всех! Снаряжение в пути. Сбрасываю снаряжение. Кто-то забрал пулемет, да? Не знаю. Да, забрал, забрал, забрал. Тут такая драка идет, что я не знаю. Не-не-не-не-не. Где я там? А, не, не забрали, вот он. У меня двойное, у меня двойное реверсирование, поэтому все нормально. Ё-моё. Мы там должны что-то защищать хотел. Вообще-то, да? Пулемет возьми там. Нормально. Да ну блин, идите сюда, вы дебилы. Нам защищать надо точку. Где я? Аккуратно, Чейз. Да, вот, 20 секунд осталось. Куда они идут, я не понимаю. Нам надо точку защищать. Они что-то вверх хотят. Я защищаю. Веду огонь. Нет времени! Все нормально, хватит, успеем, защитим. Кого-то поделило. Так, я вызову. Запрос понятен. А, уже вызвали. Да, все. Теперь можем уходить. Запрос подтвержден. Да, теперь эвакуация, да? Да. А мы все забрали дерьмо, да, с планеты? Да, если честно, мне уже все равно. Хочется покинуть эту планету. Снаряжение в пути. Бежим, 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 бежим. О, прыжок! Нам туда, вниз. Понял, иду вниз. Похоже, они умерли. Или, по крайней мере, Кот Баюн. Бедный Кот Баюн. Котик. Это ему не везет в последнее время. Ну, он котик, еще не подрос. У него лапки. А не когти. А ведь когда-то он станет тигром, ты его убил. Чейз. Вызови, да, я подтвержден. Я знаю, случайно. Подтверждаю эвакуацию. Время просто слишком агрессивный в последнее время. 30 секунд. Не-не-не, мы так не договаривались, ребят. Просвещенные. Ух, успел. Успел упрыгнуть. Капец!
Какой-то перекрестный огонь просто. Защитное снаряжение на подходе. О, у меня закончились патроны. Удивительно, да? Снаряжение в пути. Сбрасываю. Так, стрелять по противникам, конечно, все за... Ясно. Кого убило? Меня роботом придавило. И робот взорвался, да? Замечательный сброс был, просто то, что нужно было. Запрос принят. А, снайперы, снайперы. Между двух снайперов, да. Стою тонко. Тонко я ли... Аж залагал. Осталось 30 секунд. Сбрасываю снаряжение. Запрос подтвержден. Сбрасываю снаряжение. Запрос подтвержден. Прыжок. Прыжок отсюда. Осталось 15 Еще секунд. Прыжок. А. Осталось 10 секунд. Нет. Да ё-моё! Зато тебя вроде помог или нет, не помог. Осталось 5 секунд. Да, помог, помог, помог. Я застану прямо под Шаттл снайпера, да? Ну, конечно. Оу, есть. Так. Улетайте! Отправляю вооружение. Самое время для ядерного взрыва. Шаттл улетает, но огонь оставлю. Прощайте, бойцы. Это было сложно, мизе. Вот, это салют, это место салюта, да? Да. Значит, о, вторая красота. Все-таки какая там, 11-я сложность, это тяжело, или 10-я? После 12-й это начинается вообще жесть. Меня снова выбросило. А, блин. Смотрите в следующей серии «Адского десанта». Наших бравых десантников кинули в самую горячую точку. Им было приказано уничтожить генерала проклятых жуков под названием Нептуний Чудовищный. Не пропустите эту эпохальную битву на арене в следующей серии «Адского десанта».